375 тысяч тонн зерновых планируют собрать в Хане Туркестанской области в этом году. Чтобы достичь такого результата, им необходимо намолотить по 16 центнеров с каждого гектара земли. Свой вклад в общее дело вносят и земледельцы из Кызыгурдского района. В числе самых активных – производственные кооперативы. Продолжит наш собственный корреспондент в регионе Николай Путилин. С момента создания производственного кооператива Турана Жунисова прошло уже 10 лет. Этот год мог оказаться тяжелым из-за нехватки дождевой влаги. Однако благодаря полученным удобрениям по сниженной цене урожай удалось спасти. Это позволило в полной мере выдать пай участникам кооператива и собрать необходимое количество продукции для дальнейшей работы. Для хозяйства был неплохой год. Работать можно. Сейчас уже закончили сбор пшеницы и ячменя. Пшеница дала по 20 центнеров, ячмень по 22 центнера. Сейчас глава хозяйства начал сбор софлора. С каждого гектара комбайны собирают по 12 центнеров. А чтобы земля не простаивала зря, вперемешку с желтяницей земледелец засадил люцерну. Работой здесь обеспечены 12 человек. И все они исключительно члены кооператива. Я сдал свои земли в этот кооператив. Здесь же вожу трактор К-700. Зарплата 80 тысяч. Получаем свой пай вовремя. На члена семьи руководитель выдает по 200 килограммов пшеницы. Плюс берем люцерну для скота. Если бы отдельно работал, думаю, таких субсидий не получил. После объединения дела пошли в гору. Объем минеральных удобрений, которые получили сельхозтоваропроизводители, в этом году в регионе вырос на 5 тысяч и составил 85 тысяч тонн. Полностью выданы дехканам и 38 тысяч тонн горючего по сниженной цене. Государственная поддержка полностью обеспечена. Перерывов, как в прошлом году, не было. Операторы и поставщики работали отлично. Все довольны. Вдобавок обеспечили земледельцев селитровыми удобрениями. Во владениях этого производственного кооператива 1200 гектаров пахотных земель. Для удобной работы есть вся необходимая техника. Свою долю имеют 8 крестьянских хозяйств, 2 товарищества и 1 мини-агрофирма. Всего, благодаря работе кооператива, Туран Жунисов обеспечивает бесплатным продовольствием 130 семей. Николай Путилин, Ербулат Абишев, Нурмахан Бекмуратов, Туркестанская область, Хабар-24.